Mitsubishi ASX. Бюджетная шумоизоляция. Пол содрал вот штатную вибру, она уже частями отходила, поэтому я, где легко отходит, я отодрал ее. Сейчас это все пропылесошу и буду обезжиривать. Первый слой раскатал вибры, чисто вот пол. Сейчас буду клеить барьер, четверку. Второй слой вот местами сделал барьером, местами акцентом, где старый пластик лежит, ой, вернее пенопласт. И тоненький слой надо делать вот барьер, в местах, где ниши, сделал акцент вот и уже начал нойз-блок раскладывать. Ну дальше, и, собственно, салон вот хорошо собирается потихоньку. Видим нойз-блок, поверх ковер, все аккуратно. Сейчас соберу. Собираю места вон стыков пластика. Проклеиваю антискрипом. Там же здесь, тут все сбоку. Крышку вверх под лопатником. Ну и все остальное. Ну вот, все готово, салон собрался. Все хорошо, все четко. Можно ехать тестировать.